Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. В Кировской области расширятся меры поддержки обманутых дольщиков. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в октябре на заседании законодательного собрания. Предлагается расширить список категорий граждан, которые могут претендовать на социальное жилье по договору найма. Сейчас это касается тех, кто включен в два профильных реестра. Если законопроект примут, на жилье от государства смогут рассчитывать все участники строительства домов, которые включены в единый реестр проблемных объектов на территории Кировской области. В нем сейчас 31 здание. Пострадавшими участниками строительства числятся более 1500 человек, включая покупателей квартир в таунхаусах. Программа «Экономика». Кировский квас и огурцы соревнуются за право стать вкусом России. Голосование в рамках конкурса «Вкусы России» открывается 20 октября на сайте russiantaste.ru и продлится до 7 ноября. Проголосовать можно за три бренда из разных регионов страны от Кировской области. Две заявки от предприятий «Вятич» и «Стабенский соленья». Среди конкурентов «Серпуховская помадка», «Мурманский вяленый ёрш», «Котлеты по-рязански», «Геленджикские вина», «Томские торты», «Тверское молоко и квас», «Чипсы из оленины» из Ненецкого автономного округа, «Псковские вяленые огурцы». Напомню, что впервые конкурс проводился в прошлом году среди победителей. Пастила из арктических ягод, обелевская пастила, осетинские пироги, казанский чак-чак, вологодское масло, башкирский мед, томское кедровое молоко. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. В Кировской области подвели итоги правового диктанта. В регионе впервые проводилось мероприятие, которое организует Центр проектного взаимодействия бизнеса и права Высшей школы экономики. В нем приняли участие около 50 представителей кировского бизнеса. Они отвечали на 60 тестовых вопросов по таким областям знаний, как налогообложение, трудовые взаимоотношения, договоры, интеллектуальная собственность. Например, о наследовании бизнеса, ставках налогов для самозанятых или возможности работать без бумажных чеков. Зачитывали вопросы известные в городе предприниматели. Почти все участники набрали более 30 баллов при возможном максимуме 60. По завершении диктанта каждому участнику подарили мини-книгу, в которой есть ответы на все заданные вопросы на диктанте. И после проверки прислали онлайн-сертификаты с личным результатом участника. Экономика. Завершение в валютах. На сегодня доллар стоит 70 рублей 97 копеек, курс евро 82 рубля 68 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.